Как бы нам не веселиться, не грустить от разных бед, в нашем доме поселился замечательный сосед. В день проведения 8-й всероссийской акции «Международный день соседей» шумно и весело было на проезде Лермонтова в Орехово-Зуеве. В развлекательной программе с песнями и танцами, подарками и угощениями приняли участие жители всей округи. Ну, во-первых, разнообразно, и разный возраст, и дети, и маленькие совсем выступают, постарше, и вот совсем уже, да, наши вот представители зрелые такие, да, вот, и танцы, и песни, очень живо все. И даже дождик не мешает, очень хорошая, теплая атмосфера, радостная. Первый раз сюда пришли, очень довольны, что пришли. Весело, хорошо проходит праздник, только бы погода нам не мешала. Настроение поднимается высшим уровнем. Все классно, все здорово, весело. Для души, как говорится, почаще такие устраивайте нам праздники. Они в первую очередь нужны для того, чтобы наши люди дорогие, которые живут в этом городе, им не было скучно, чтобы они знакомились, дружили все вместе. Место для проведения Дня соседей выбрано не случайно. В скором времени здесь появится детская игровая площадка по программе губернатора Московской области. Очень актуально, что именно здесь мы его празднуем, потому что действительно новое место, мы будем развивать центр. Это точка притяжения теперь. Здесь был пустырь. Теперь это оживленное, яркое место, и оно будет развиваться, и все будет очень здорово. Даже ненастная погода не мешала веселью. Большой праздник единения и дружбы людей, живущих рядом и заботящихся о своем доме, дворе, родной улице, прошел на нескольких площадках округа. Всероссийская акция проводится ежегодно в рамках федерального партийного проекта «Единой России. Школа грамотного потребителя» при поддержке администрации округа и управляющих компаний.